Всем привет, ребят! Решил сегодня сделать очередной обзорчик с новым талантом. Вчера была у нас неплохая акция «Разбиватель яиц», и я оттуда, когда покупал там скин, по-моему, достал еще один талантик. Так, где-то я его уже переролил. «Порочный пакт». И мы сегодня его используем. И потестируем на Анубисе. У меня уже Фрейя есть, Огнекрыл тоже есть, Минотавра можно было бы сделать, но, честно говоря, мне на китайке хватает, здесь он не особо мне нужен, я его практически не использую, поэтому я все-таки решил тестануть. Так, этих мы оставим и заменим Бог войны, который особо, в принципе, сейчас не нужен. Давайте еще паролим карточки. Интересно посмотреть на максималки. Возможно, завтра потестируем на атаке фортов. Может, что-то интересное будет. Так, есть. Что мы имеем? Увеличивает атаку на 150%. При этом увеличивается получаемый урон на 20%. А у самого Анубиса талантик его у меня, он на 12 прокачан. Наносит урон равный 345% от атаки. Максимум 100 целей. Снижает атаку на 47% на 10 секунд. Куда 8. То есть фактически будет не 47, а будет там 27, например. Также снижает получаемый урон на 80%. Соответственно, у нас будет, в принципе, неплохая сборка. В основном такого использовать, не знаю, на PvP локациях мы потестируем его обязательно. Сейчас мы поставим ремочку, пойдем в рейды, посмотрим на подземочки, посмотрим, что он может вообще. Соберем его на крит. Так, арты. Ставим слона, чтобы не станился так часто. Ну, поехали. В принципе, сейчас должен быть просто мега урон. Так, ой, это у нас не тот Анубис, я думаю, что такое. Я его на таблетку не поставил. Обязательно участвуйте в конкурсе на Огнекрыла, ссылочка, как обычно, в описании. Не проспите свой шанс. Так, ну сейчас поищем базы без юнитов, чтобы поменьше юнитов было. Так, юнитов зацепил. Ну, как видите, шатает жестко его. Так, понятно все. Вот, попроще база есть. Ух ты, 500 000. Вот так вот, ребята. Полуляма снял. Нехило, так я вам скажу. 150. Ну, конечно, шатается он жестко. 288. Блин, да бьет неплохо. На подземках, думаю, будет вообще огонь. Сейчас попробуем его на подземках, но... Как видите, урон, который по нему прилетает, реально очень-очень больно кусается. Так, давайте найдем грубую силу. Пойдем все-таки на подземке. Где-то была шестая. Надеюсь, скоро седьмую сделаю, если нам кристаллы подкинут. Так, вот она. Ну, посмотрим. Стоит ли он того? Ну, он, конечно, стоит в любом случае, если у вас подземки не пройдены. Так, заменить. Поставим сюда ангела. Давайте на подземочки пойдем. Жестокая. 8, 10. Посмотрим, что он сейчас тут будет наносить по урону у нас. Это мы тестируем его без бафов. Так, смотрим. Ну, неплохо так ударил.
Давай, бей. Ух ты! Жестко, жестко. У меня, конечно, на нем стоит доспех. Можно еще 25% победным выпадом сделать. Но мне с доспехом он больше нравится. Он более живучий. Сколько? 5 лямов? Фига себе. Вот вам и крит с грубой силой. Жесть. Что там его место шатает? Вот доспех, смотрите, бьет по 90-70 тысяч. Да, круто, круто. Да, жесткий, он жесткий стал. Жесть, короче. Ну, конечно, это явно круче Бога войны однозначно. Я представляю, что будет, если мы сейчас поставим сюда чисто баферов. Давайте поставим для начала седну. Попробуем с седной. Давайте сразу же Купидона поставим. Так, где вот у меня Купидон? Ворожей Ремка. Анубис наш. И Хранителя поставим с Ремочкой. И ради интереса посмотрим. Можно и тыковку поставить. Тыковка, в принципе, быстрее разгонит. Так, Хранитель Ремочный нужен есть. И сюда еще тыкву давайте поставим. Вот наша тыковка. Вот так, воодушевление седьмое. Ну, поехали еще разок. Ну, в общем, такая сборка, она действительно будет хорошая. В первую очередь для подземок. Так, ну-ка давай. Вау. Это жестко, ребят. Это нереально, конечно, уследить, какой тут у него урон. Давайте попробуем так его тыковку. Правда, нам надо было сначала тыковку разогнать. Давайте тыковку разгоним. А потом уже его пустим. Так получше будет. Так, все, тыковка у нас разогналась. Бафы дала. Конечно, он сейчас стана у нас боится. Видите, тут или так, или так. Давайте все-таки поставим ему слона, чтобы он не станился. Ну, в общем, такая сборка реально очень крутая будет. Сейчас мы потестируем еще в других локациях. На подземках однозначно, да, у вас будет герой все равно под щитом. Так, давайте так, тыковка сначала. Берем Убис. Еще и ворожей кинем на подхил. Ну, там 3 с чем-то ляма вылезло. 3,8. В общем, жестко, ребят. Это реально очень жестко. Я даже боюсь представить, что сейчас будет с таким Анубисом. Давайте магию возьмем. На седьмых кошмарках. Давайте сразу 70. Попробуем. Зарядим максимальный баф. Начнем с тыковки, чтобы был максимальный у нас разгон. Просто жесть, ребят. Это просто, знаете, так вот забежал, пробежался по ним всем. Ну, тут, конечно, очень жестко все. Ну, 7-10. Герои просто улетают. Нереально. Я не знаю, как будет на атаке фортов, но я постараюсь завтра потестить его на атаке. Давайте еще 7-9 ради интереса. Тоже хочется посмотреть. Так, сейчас.
немножко куда он мне попал. Держимого. Не заморозил. Но смотрите, что с героями делается. Без тыквы. Без тыквы это просто жесть. Просто как-то, ну, дико-дико вообще. Так, ну-ка еще разок. Пойдем потестим его на других локациях. Так, Ронин, давай пропадай. Пропал, отлично. Ускорялка. Морозим. Щит. И начинаем с тыковки. Смотрим. Жесть, ребята. Это просто жесть. Анубисы просто улетают жестко. Капец. Дамага, конечно, немерено. Ну, тут он однозначно Анубиса, видите, убивает. Тут надо удачный заход, чтобы кританул, но... Просто крошит всех героев. Там 7-8 еще у многих проблемные. Ну, Седну можно, в принципе, сюда не особо использовать. Давайте вместо Седны кого поставить. Такого интересного. Я даже не знаю, кого ставить вместо Седны. Давайте Афину поставим. Вот такое вот. Не будем собирать ее. Еще разок всех 9. Так, морозим. И начиная с тыковки. Ну, видите, у меня тыква не сама. Смотрите, что делается. Жестко. Блин, герои просто пропадают. Я не знаю, если раньше там так было сложно, мучились мы с этими кошмарками. Сейчас набрать там, пройти до 10-й, вообще не проблема. Ну, не проблема для тех, у кого герои плюс-минус скачанные. Так, ну ладно, еще вот это у многих проблемное. Я тут даже сейчас не буду пробовать тотемы выбирать, конечно, из-за этого я и сольюсь. Скорее всего. Да, видите, Анубиса слили. Они сейчас просто на отражалке посливаются. А может и нет. Да, посливались. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Не знаю. Для подземок это просто огонь. Однозначно. Идем, собираем его на ПВП, посмотрим. Давайте ему поставим тут ремку. И сейчас соберем в забытую. Создать команду. Так, где у меня тут огнекрыл? Попробуем эту пачку убрать. Вот он у нас ремочный сейчас будет, порочный пакт. Давайте даже уберем. Вот просто два героя. Этот, если что, подстанет. Так, обновим. А, и надо было не обновлять. Ну, давайте, поехали. Вот, Некрос есть. Жестко. Очень жестко. Блин, я не знаю, сколько у него там урона. Я сейчас даже огнекрыла ради интереса сниму. Круто. Возможно, на атаке фортов против спама там невозможно. Там однозначно он будет лютый. Так, создать команду. Убрать, сохранить. Смотрим. Тыковка. Вы видите это, да? Вот тут череп сейчас может убить его, конечно. Но если черепа спадет и он ультанет. Блин, это жестко. А череп тут с отхилом. Череп, конечно, затащит. Ну, видели, как герои пропали. Это просто жесть, ребят.
Конечно, по нем урона проходит дофигища. Все равно не добил до конца. Все равно жив еще остался. 6. Да уж. Что вам сказать? Жесткий талант. Очень жесткий. Так, окей. Создать команду. Давайте его немножко уберем на задний план. Сохранить. Поехали, посмотрим. Вот пачка, вольт. 6. Блин, жесткий он, конечно. Плюс у него доспех. Если был бы выпад, это плюс 25 атаки. А так получается, ближние герои сейчас просто отдыхают. Смотрите, что он сделал с пачки. Просто мясо. Лютая, конечно, сборочка. Да. Хочется уже его потестировать где-то в каких-то других локациях. Так. Так, сейчас походу нам... А, нет, дали нормально. А вот тут Грул, посмотрим. Затащит ли Грул... А, тут и Фрея есть. Ну, тут, конечно, не затащит. Ну, посмотрите на урон. Какой урон у него? Он сразу же без бафов там половину сносит. Это жестко. Блин, круто. Достойно, достойно, я считаю. Тут мы сейчас сольемся. Тут нереально. Так, ну давайте еще против Некроса попробуем. Тут опять, наверное, Фрея. Нет, Атлант есть. Вот интересно, чтобы Атлант сейчас включился. Он на Атланте, наверное, сам себя сразу, да, убивает моментально. В общем, ребят, вот так вот. Вот такая вот тема у нас новая появилась. Думаю, будет очень интересно посмотреть, что в итоге будет еще на атаке фортов. Но для подземок, для PvP-локации под бафом очень круто будет. Кто это у нас там такой остался? Живучий. Анубис? Да, скорее всего, что Анубис был. Ну, кто кого? Асура, тащи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Афина, конечно, нам тут напортачила. Так, ну... Ребят, что я могу вам сказать? Это жестко. Давайте еще его, знаете, где в экспедиции посмотрим. Пустынные руины зайдем. Тоже интересно посмотреть, как он себя тут покажет. Так, экспедиция, смотрим. Приличный урон, ребят. Очень приличный урон. Так, тут отхил. Еще разок. Смотрим. 120. Без крита. Это без крита. Да, где-то так бьет. Ну, смотрю, ворожая наполовину сносит даже. Жестко. В общем, реально жестко. Так, давайте еще на пустынных. Я надеюсь, мы его сможем тут выловить. Вот он есть. Ну, я считаю, конечно, в третьем можно на него ставить. Еще интересно будет на некоторых героях посмотреть, но это, конечно, жестко. Вот оно у нас. Есть у нас тут Некрос.
Тут ограничение. Посмотрите на хранителя, что мы с хранителя сделали. Его просто уже не стало. Жестко. Не подфартило нам. Нету. Да нету смысла тут тестировать, в принципе. Давайте еще на арену заскочим, посмотрим ради интереса. Что он тут сможет сделать? Какой у него будет на арене урон? Ну, давайте вот из Фрейи кто-то. Под 200 с лишним криты. Жестко. Ну, конечно, он один тут в поле не воин. Ну, 163. Блин. Просто жесткий какой-то. Смотрите, там даже отхил тут особо их не спасает. Ну там вражеский Анубис уже нам деф понизил. Плюс Фрейя, но все равно держится неплохо. Да, круто. В общем, не знаю, мне этот герой понравился, вы уже пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, ну, реально очень неплохо смотрится и действительно будет очень полезным. Потестируем его еще дальше, я, в принципе, не жалею, что слил БВшку, это однозначно круче талант, чем БВшка. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно участвуйте в конкурсе на Огнекрыло, ссылочка в описании, всем пока.